Это просто небольшое интервью для газеты. Всего лишь пара вопросов. Мистер Грей ждет вас. И как он тебе? Он вежливый, сильный, умный, опасный. Чем вы интересуетесь, кроме работы? А вы? Мне бы хотелось узнать о вас больше. Я самая обыкновенная, это же очевидно. Мне нет. Чему вы обязаны своим успехом? Я все держу под контролем. Звучит довольно скучно. Я не в силах оторваться от тебя. И не надо. У меня непростое прошлое. Лучше бы тебе держаться подальше. Я не романтик. Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь. Откройся мне. «50 оттенков серого». Смотрите в кинотеатрах с 12 февраля.